27 апреля в детском саду номер 32 «Соколенок» города Каспийска состоялся первый день фестиваля «Юные дарования» среди дошкольных образовательных учреждений. Дети подготовили творческие номера, в которых они продемонстрировали все свои таланты. Открылось мероприятие музыкально-танцевальным номером «Мир прекрасен», а после в номинации «Хореография» выступил ансамбль детского сада номер 33 с танцем «Мир без войны». Отметим, что данный фестиваль является ежегодным и проходит два дня. По словам заведующей детского сада номер 32 «Соколенок» Эльмиры Гайдаровой, номинации, в которых выступают дети, не оцениваются, так как фестиваль нацелен не на конкурсные состязания, а на раскрытие талантов ребят. На самом деле каждый ребенок, мне кажется, талантлив. И чтобы он проявил себя именно в этом фестивале, чтобы все-таки, мне кажется, дети вот настолько искренние, да, и настолько они все это искренне делают даже перед вот такой большой публикой. Да, я взрослый человек, и то не могу так искренне все сказать, как это они делают. Наверное, вот цель фестиваля – это на самом деле выявить таланты у детей. «Юные дарования» выступали в трех номинациях – хореография, декламатор и постановка, где дети показали по-настоящему творческие номера, наполненные профессионализмом и фантазией.